Что вам угодно? Слушаю вас. Я... Нитки у вас есть? Какие? Шелковые. Да, какой вам номер нужен? Вам для вышивания? Нет, для шитья. Белые? Да, и попрочнее. А. Пожалуйста. Я знаю, ты у нас парень храбрый. Стиснешь зубы и не пикнешь. А привязываю я тебя, чтоб ты не дернулся ненароком. А то вся работа на смарку. Я понимаю. Так надежней. Ты уж потерпи немного. Не волнуйся, сынок. Антони, ты правда меня вылечишь? Правда. Верь мне. И я буду ходить, как раньше. Даже лучше. Ну-ка, на, выпей. Ничего, ничего. Пей. Сожми покрепче. Это тебе поможет. Не смотри сюда. Отвернись к окну. Вот так. Господь всемогущий, окажи милость свою щедрую жизнь целью возрока невинность, осени его своей благодатью, помилуй чадо и детство. Господь всемогущий, окажи милость свою щедрую жизнь целью возрока невинность, осени его своей благодатью, Господь. Живой.
Зенек, что стоишь? Люди заждались. Спасибо, я уже прочитала. Так быстро? Сегодня вы расскажете мне что-нибудь? Вы этого хотите? Очень. А я не стану. Почему я все время болтаю, а вы молчите? Я же слушаю. Я с удовольствием послушаю. Что я могу вам рассказать? Вы много ездили по свету, столько видели. Но такой очаровательной девушки, как вы, не встречал. Насмехаетесь. Разве я бы осмелился? Пан Лешек. У нас говорят, попроси. Если не дадут, бери сам. И я у ваших ног. Добрый день, Марысенька. Добрый день. Что вам угодно? Как всегда, папиросы и спички. Вот, пожалуйста, с вашей 60 грошей. Спасибо, до свидания. Представляете, что он мог подумать? Я чувствовал себя как любовник в шкафу. Пан граф в шкафу, у продавщицы, какой пассаж. Замечу, что у этой продавщицы прелестные ножки. Не угодно ли вам, любезный граф, с такой же ловкостью вернуться обратно? Неужели я вам не нравлюсь? Я жду. Нисколечко. Ну что ж. А так? Пошевели ступнями. Осторожней. Больно? Ни капельки. Сейчас попробуй согнуть ногу. Я боюсь. Ну, смелей. Получается. Видишь? Тихо, тихо. Не суетись. Теперь другую ногу. Так. Повыше подними. Ага. Ну, хорошо. Можешь накрыться. Через неделю начнешь потихоньку вставать. Антони. Что? Через неделю я уже смогу ходить. Ну, не сразу. Придется немножко подучиться. Не верю, не может быть. Слово чести. Невероятно, но то, что он подстрелил, это факт. Да? А потом был раут. Съехалось человек 50 гостей. Добрый день. Здравствуйте. Вам опять нужны шелковые нитки? Нет, на этот раз будьте добры, махорку и папиросную бумагу. С вас 70 грошей. Пожалуйста. Благодарю. До свидания, панянка. Всего доброго. Что с вами, граф? Не мудрено, если такого на охоте примут за зверя. Теперь я понимаю, как лорд Карриган мог ошибиться и выстрелить. Это не смешно. Прошу прощения. Так на чем я остановился? А потом был раут. Да, вы совершенно правы. Так, почетными гостями были Радзивиллы, Тысакевичи и мы Чинские. Я, молодой граф Чинский, единственный жених на всю округу. Естественно, все мамаши, у кого дочки на выдане, привезли их туда. А вдруг какая-нибудь из них понравится мне? Оркестр Мазурка! А вдоль стен ярмарка невест. Боже! Да чего же потешны эти провинциальные гусыни! Туалеты, сшитые из бабушкиных капотов по последней парижской моде. В воздухе запах духов и нафталина. Но
Положение обязывает. Подхожу, кланяюсь. Любой из этих бедняжек танец с графом Чинским запомнится на всю жизнь. Извините, но мне некогда. Что случилось? Ничего. Я вас чем-нибудь обидел? Нет, вы для этого слишком хорошо воспитаны, граф Чинский. Марыся? Я больше ничем не могу быть вам полезна. Простите, пожалуйста, мне нужно подмести магазин. Боюсь, если вы тут задержитесь, ваш шикарный лондонский костюм покроется пылью. Хотите что-нибудь купить? Всего доброго. Счастливо оставаться, панна. Брось костыли. Боюсь. Брось. Иди сюда. Ну?